Сквиши, а что это у нас за пингвин такой Сквиш? Это его имя, что ли? Нет, это такая игрушка антистрессовая. Да, ребят, смотрите, это новинка. Ну, да. Плюс-минус, она, конечно, не прям недавно вышла, но в ближайшее время. Смотрите, если ее сомнуть, она расправляется. И они очень классно пахнут, очень приятно. А на вкус они нежные, на вкус, на ощущение нежные, да, такие, на ощупь? Гладкие. Гладкие очень. Ну, сегодня попробуем его слепить? Да. Давай, отлично, поехали. Подготовим нужный цвет. Сейчас подготовим голубенький. Чтобы получился голубой, нужны белый и синий. Давай, смешиваем, перемешиваем. Да. Готово. Давай, с чего начнем? Головы. Головы? Да. Слушай, а тебе здесь сколько? Два куска надо будет? Один на голову, один на тело или как? Да. Ну, давай, разделяй. Делаем вот такой сейчас хохолок. Переходим к телу. Ребята, надеюсь, вам понравилось мое видео. Тогда ставьте лайк под мой видосик и подписывайтесь на канал. Желаем всем пока-пока! Пока-пока, ребята! Скорых встреч! Сквиши пингвиненок! Да. Ребята, хотите увидеть еще больше интересных видео? Тогда нажимайте на кнопку подписаться и не забывайте ставить лайк! Лайк!